Что касается вопросов трудовой миграции, текущая ситуация сегодня складывается следующим образом. У нас в стране сегодня действует 32 тысячи разрешений, то есть 32 тысячи иностранных работников работает. При этом квота установлена в размере 0,7% от экономически активного населения, то есть квота фактически заполнена наполовину. При этом иностранная рабочая сила в зависимости от уровня квалификации, она категоризируется, имеется 4 категории. Первая категория – это топ-менеджеры и их заместители. Вторая категория – руководители структурных подразделений. Третья категория – это специалисты с высшим образованием. Четвертая категория – это квалифицированные рабочие. Так вот, сегодня ситуация такая, что именно специалисты с высшим образованием, третья категория, сегодня занимает 44%. И 25% это являются квалифицированные рабочие. При этом самая значительная доля приходится, если говорить про страны исходы, приходится на такие страны, как Китай 23%, Турция 13-14%, Индия 4%, и также большая доля имеется Италия, Великобритания и Сербия. Если в отраслевом разрезе смотреть, то сегодня у нас 44% привлекается в строительную отрасль, 14% в горнодобывающую и в переработку, в обрабатывающую промышленность чуть более 5%. Как видно из приведенных цифр, давление достаточно на рынок труда эти специалисты не оказывают. И если сравнивать международную практику, смотреть, допустим, даже не брать во внимание Объединенные Арабские Эмираты, где доля иностранной рабочей силы достигает 80-90%, то в странах развитых Евросоюза, допустим, эта цифра колеблется в пределах 5-10%. Есть определенные недостатки действующего порядка привлечения иностранной рабочей силы. В первую очередь, это связано с большими длительными процедурами, за бюрократизированностью этих процедур. И не всегда отвечает чаяниям экономики.